Итак, друзья, второй матч, который мы посмотрим на сегодняшней трансляции, будет встреча Шоу против Лкайне. Это еще один матч в рамках шестого раунда швейцарки. С вами Тварина и Борода. Здорово, здорово. Игорь, все в порядке там? Саня, я в порядке. Это отлично. Что у нас по следующей паре участников? Какая статистика у Шоу и его юного оппонента? Что вы вообще знаете про Лкайне? Арматим? Арматим, да. Успел тоже увидеть. Ничего. Абсолютно ничего. Не знаю про этого юного профессионального игрока. Но из Джоу, судя по всему, решил, как я вчера предполагал, простите, выйти из дома, да, так сказать, за хлебушком. Заглянуть на турик. На турик, да, и развалить. Почему судя по всему, нет? Пока неплохо получается. Ну и как мы видим, уже одна игра сыграна, Шоу впереди. Ну, если будут нам показывать абсолютно все игры, мы банально не успеем. Также пытались вчера делать два тура подряд. Ну, их подгоняют под, скажем так, под временные рамки, 2 часа на тур. Ну и, соответственно, если первая игра как-то затягивается, первая встреча, имеется в виду серия BO5, то вторая стартует немножко заранее, и потом на стрим уже выводятся какие-то самые решающие игры. Ну, это логично, и в плане организации все адекватно. Что ж, мы видим, что Шоу выиграл первую игру на своем чернокнижнике, обыграв друида. Ну и теперь француз будет контрпикать на роге четного лока. Получится ли? Посмотрим. Но, как мы уже отмечали, согласно статистике, 70% винрейта имеет сия разбойница против сего чернокнижника. И, допустим, в предыдущем матче Ксикса против PNC, там, конечно, варлок был немножко другой, но суть дела это не меняет. Там на пятый ход удалось Валире разбить лицо Гул'дану. Причем сборки разнятся, друзья, разбойниц, да, кто-то играет с иллюзией, она же галлюцинация, кто-то нет, да, стараются избегать, стараются играть через авантюриста, есть сборки с одним авантюристом, без авантюристов вовсе. Ну, посмотрим сейчас, на чем играет Лкайне. Ну, как в жизни прям, Игорь, а вы как относитесь к галлюцинациям? Любите, практикуете или все-таки более... Не практикую, но... Стандартно мыслите, скажем так. Но иногда галлюциногировать чуть-чуть. И иногда нормально, да, заезжает? Ну, да, конечно. Вот покомментишь 15 часов Хардстоун, и сразу же галлюцинации, вот знаешь, карточки, сны соответствующие, и все в порядке. Скучаю по этим временам, Александр. Я, наверное, зависимый. Но ничего, Игорь. Рано или поздно, я думаю, что все хорошее возвращается, в том числе и такие марафоны, продолжительные эфиры. Все еще впереди. Лучшее впереди, да? Battle.net не робит у ребят. Это очень грустно. Что-то пошло не так. Не поднять по плану. Щиты за Battle.net? Сейчас я попробую прям... Ну-ка, давайте, Александр. Зайти, что мне выдаст. Так. Играть. Сейчас пару партий катанем под DreamHack. Давай аренку подрубай. Может, кстати, поверх... В уголку, да, там? Да-да-да. Так. У меня что-то вроде все ловит и робит. Давай, заходи. Видишь, мороз просто летует. О, подъехали еще подарочки. Не, ребята, Battle.net лично у меня работает. Ну, в России, может быть, я не знаю, Хардстоун уже заблокировали, наконец-то. Сколько можно было терпеть, и вот это случилось. Киберспорт. Да, хватит. Компьютеры не сидят, вот играют постоянно. Компьютеры все повыключали и пошли делами заниматься. Да-да, друзья, мы отняли у вас Battle.net. Соответственно, если у кого-то работает, точнее, если у кого-то не работает, то это значит, что кто-то другой... Играет на вашем Battle.net, да. Ну, здесь... Но это не время паниковать, в принципе. Да, время идти на завод, все нормально. Работать пора. Шутки про работяг наконец-то обретают смысл. Темпа Грюконосис.
Пауканчик с первого же глотка с Джоу. Хоба. Игорь, немножко все-таки ты впереди. Ты же не забывай о том, что танк. Танк быстрее коняшки. А как, я понимаешь, я не знаю, как мне. Ладно, я буду по трансляции. Не, ну, пару, буквально пару секунд просто паузу, если выдерживать. Слово я честно получить. Пытался, ну, ты видел, ладно, раза 3-4 обновлять, а новый в определенный момент просто делает пролаг, и все возвращается на круги своя. Не знаю, почему так копаем. Итак, иллюзия. Corruption знаменитый. Ну, тут просто... Ожог. Не знаю, конечно, есть о чем подумать, но... Ожог все-таки забирается. И злолись, да? Вот сейчас прям разыгрывается. Или раньше уже был разыгран? Поход лица. Ну, раньше. Сейчас раздумье шоу. Давай я просто, когда активные действия пойдут, я тебе о них скажу. И, возможно, это позволит нам синхронизироваться. So many possibilities. Пообновляю сам я еще. Думает. Не, ну обновление, оно как бы не позволит тебе замедлиться. Жизнеотвод. Приходит в руку инфернал. Разыгрывается горный великан. Грибова разменивается со злолистом. И здесь вниз за Сидора идет в лицо. Ход переходит к Филкайне. Он получает в руку ошеломление и задумывается. Так, в свою очередь, ошеломление. Задумал страшное. Ой-ой-ой, ой, как агрессивно, ой, не бейте, ой-ой-ой, мамочки, страшно. Ну так. Чуть-чуть. Если бы он в лицо ударил, еще залетал бы, засетапил. Но это позволило бы, конечно, value trade совершить. Шоу. Ну что ж, как выживать? 6 хп. Есть возможность разыграть крюконосца, но ты боишься второго сапа. Есть хил. Да, по-моему, никак. Никак, да. То есть в этот раз Рога на 7-й ход одолеет. Лока. Ну, слишком хорошо. Да, у Игоря уже есть предположение, что у Игоря француз уже выиграл 2-1. Игорь думает, насколько ему замедлится. Возможно. О, боже. Замедлиться на танке бы сейчас. Сейчас бы на танке замедляться, ребят, ну вы чё? Да как маленький. Дороги жесткие. Александр, главное, чтобы коняку свою не загнал. Так, чтобы она совсем не это... не загрустила. Так, горный великан плюс жук. Ну, Стаунгивер, да? Ну да, это ГГ. Легко и ненавязчиво. 1-1. Даже не стал ожог показывать здесь. Сталкаем, хотя мог. Разбойницы нынче такие, друзья. Именно поэтому их такое большое количество на турнире. Очень здорово себя чувствует. В определенных противостояниях против варлоков, так в особенности. Винрейт, кстати, чуточку просел до 64% исключительно против варлоков, но в целом у Роги 52% побед из 426 игр. Ну, это получается один из самых высоких по винрейту классов на данном турнире. Соперничает Рога там с варлоком и друидом, насколько я понимаю. Да, все примерно стремится к 50%. Процентом то, что как раз и пытаются сделать, отбалансировать игру разработчики. Всегда они говорят, что как раз в районе 50% должен быть идеальный, скажем так, хардстоун, чтобы сохранялась интрига. И пока что это вроде как получается. Ну, очень бодрый старт на самом деле для Фалкайна. Есть чем начинать, есть второй ход. Идиобилки. Но шоу, смотри, как Калимос еще играет, ничего себе.
Много элементалей, ну, встречали мы вчера также сборки с Калимосом. Ну, Калимос сам по себе хорош, почему бы и нет. Старт для Джоу, конечно, не лучший. А если сейчас еще и 1-1 будет призван, совсем беда, поэтому разыгрываем сразу же. Ну, можно, да, монета, угорь сразу давать. Это более агрессивный старт. Где Лебедь? Писал ему в Твиттере, не отвечает. Друзья, Лебедь на Дримхаке находится в костюме рыцаря, блуждает и грустит. Он вряд ли вам ответит в ближайшее время до окончания выставки игровой. Он проспорил просто, и поэтому он сейчас обязан стоять в костюме рыцаря и слушать англоязычных комментаторов. И даже не подсказывать им. Ну, это страшное наказание, тем более, что вот подсказать хочется, но по условиям спора нельзя. Что ж, просто обивочка от Роги. Флеймтонг. 4 в лицо. И играть-то особо тоже нечего. А жаль. Что, как вы являетесь автором? Конечно. Танка, да? Как он там назывался? Это силовой танк. Была такая хорошая карта, которая была очень популярна на арене. Да. А танк-паук ваших рук дело? Но это уже мои маленький танчик. Да. Сегодня танк помассивнее, повнушительнее будет. Нет. Танк-паук это уже последователи. Он такой. Ну, но танк-паук был раньше. Или они одновременно появились. Просто танк-паук игрался даже в мехмагах. Силовой танк появился, по-моему, в то же время, кстати. С... Но Владарин не игрался за счет того, что был дорогой. Да. По стоимости. Танк-павук. Танк-павук. Ну что ж, еще один тотем Зигопламени. Разыгрывается, позволяет это уйти в трейд с пламенным элементалем. 4 мана для Фалкайна. Ситуация для него, честно говоря, такая себе. Иллюзию. Будем ли мы играть иллюзию? Или оставим ее под разгон? Или под активацию серий. Ну, в любом случае, как активатор серии, ты на следующем ходу не сможешь сыграть иллюзию. Ой. И злолиста. Что-то ужасно. Разыграл, да? Ну, может быть, забрать нестабильную, конечно, эволюцию. На гоблина кого-нибудь, условно. Ну, не на гоблина, наверное, не знаю. Может ну, быть, а на вампириста. Почему не на гоблина? Гоблина ты крутишь, впоследствии делаешь нестабильную эволюцию и делаешь из 4-4 просто какого-нибудь. Седьмые дропы не такие хорошие просто. Так, а зачем тебе делать седьмой дроп? Ты же можешь продолжить эволюционировать. Ты можешь просто отъехать за это время. Не, ну это понятно, само собой. Но из предложенного нестабильная эволюция точно смотрится лучше всего. Негодует у нас, почему не Мураби? Ну, Мураби, конечно, веселая карта, но нет. Замедлите бороду. Вперед. Все, я смотрю теперь только стрим, ребят. А у вас борода убежала. Все. Хорошо, бородатые шуточки пошли. Мне нравится, Александр. Так, Фелкайни тем временем стимулирует правую область головного мозга. А за что правая постукиванием головного мозга отвечает? За топ-деки. За топ-деки. А левая? А левая за скилл. Ага. То есть скилл и топ-деки, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, слушай, ой! Я должен отметить, что... Жозенько. Опа! Гидра. Ой-ой-ой-ой. Вот тебе, пожалуйста, авантюрист. Так что сейчас... Фалкай такой говорит, ну неплохо. Нормально, только ты, бахнул. Только ты сам от этой гидры отъедешь сейчас.
Ну, это не точно, но... Но может. О, я там еще. Фига-то подъехал, да? Нет, я не в курсе, почему юрист не поехал с командой, но могу вам сказать, что у команды Копенгаген Флеймс появился новый участник, это Фаели. Если вы не в курсе, и Фаели это топ игрок. Слушай, а Фаели, по-моему, там был подписан уже, если я не ошибаюсь. Или нет. Только сейчас он. Первая игра с под флагами Копенгаген Флеймс для него. Вот на этом дримхаке. Понятно. Ну, причины могут быть разные, возможно. Прошлое выступление, как бы, оставило такой себе осадочек. Вот представители Копенгаген Флеймс на дримхаках. И решили в этот раз пропустить. Я, кстати, слышал, что кто-то еще из наших ребят вроде должен был ехать. И Инер, и Штан должен был ехать. ММ-78 и Инсейн, да. Я тоже слышал, что планировали. Дорого просто ехать в Швецию в целом. Ну, как бы, даже несмотря на то, что там команда оплачивает, но все равно пребывание... Тьма не дешевая, там банальная еда и прочее, все стоит немало денег. Ошеломление, клинки, удар. Что-то 10 хп, 6. О, да. Летал, подъехал, смотри. Что там? Что там, рывочечек? Блин, никак не так, надо закрыть эту трансляцию. Не рывочечек. Так, а где тут летал, подъехал? А, ну да, натиск. Рывочек-то нам не нужен, гидра помогает. Да. В аккурат. Да, GG вот 2-1. Должны были ехать, но они решили сыграть на квалах Копа Америка. Дальше всех прошел Штан, 6 раунд нижней сетки остановился. Да, я тоже об этом подумал, что решили они сыграть, по сути, ту же, ну, не швейцарку, да, но как бы дабл, но при этом не выходя из дома и не тратили лишних денег. Ой, немножко сломался. Худ, ну, так называемый. Да ничего страшного, ну, сломался, починим. Сейчас быстренько Александр там пошуршит и все заработает. Кручу педали уже. Ой. Не в ту сторону покрутил. Александр, а вы журчать умеете? Такой вот журчат вопрос. Ручьи. Журчат, ручьи — это другая история. Тут у нас журчащий слизнячёныш все чаще появляется в игре. Все хорошо с вами, Игорь? В смысле? Да. Но в прямом. Какой еще, ну, как журчащий слизнячёныш? Это карта в Ханте. Реально существующая. Может, это наркоманские колодки, я вас понял. Это обычный рекрут хант, коих много на турике. Ну, то есть самый дефолтный. Готовьтесь журчать, Александр. Не хочу я журчать. Я утром пожурчал уже перед эфиром, все нормально, Игорь. Это ваш обычный ритуал. Чего началось? Ну да, проснулся, сходи, пожурчи. Ну все. Больше можете не рассказывать об этом, а чуть-чуть позже затронем эту тему обязательно. Пока хватит. Хорошо. Для наших зрителей. Как скажете, Игорь? Ну что ж, Фалкайна нужно дважды выигрывать на Локе. А сделать это будет непросто. Ставь сморк, если тоже журчал сегодня. Да, я поддерживаю чат. Я поставлю сморк. Журчащего лебеденыша тут тоже просят. Видео или что? Я не знаю. Видео журчащего лебеденыша в ЛС. Что у нас по игре интересного? Ну, весьма неплохой опенинг для шоу. Думает, ставить ли гомункула. Или все-таки приберечь этот стол, прожать обилку, а на следующий бахнуть, например, я не знаю, либо осквернение, либо если появится. Да, мне кажется, другой. Надо играть. Думаешь, играть гомункула? Ну, тебе осквернение. Да, согласен. Ну смотри, не играть гомункула, ты слишком много-то в лицом принимаешь. Ну, это слишком жадно просто. То есть ты.
получаешь дополнительный урон со стола, пусть его пока что мало, всего лишь 2 единицы, но там, допустим, какой-нибудь вожак лютых волков еще добавит какого-то дэмэджа, плюс тот же тотем языка пламени, плюс ты получаешь еще 2 урона за счет прожатия билки. Потом там Hellfire тоже тебя покоцает. Ну, то есть, а ты. Понятно, что играя на Варлоке, ты должен быть готов терять здоровье и не париться на этот счет, но. Мне кажется, вполне себе. Нужно сразу же задумываться о игре в долгую. И по хп не проседать лишний раз. Так. Ну и опять-таки история о том, давать ли прямо сейчас осквернение, ты ничего не поставишь, ну, максимум жизнеотвод прожмешь. Мне кажется, да. На следующий ход у тебя будет вот сейчас жизнеотвод плюс осквернение, чистый стол и затем дракон. Дракона, правда, есть с глаз, но его, как говорится, может не быть. Даже вот так монету отдает. Хочет бороться за стол всячески. Француз. Ну, тоже не жадно играет с Ивова. Очень стремительно действуют у нас оба игрока. Все-таки дракон появляется на игровой доске. Ну, из глаз идет, конечно же, в дракона. Предварительно Унгар ударяется в лицо, чтобы не терять его дэмэджа. Ну, пока что позиционная борьба. Крюконосца хотелось бы разыграть уже с пробафом. Грибовар. Ну, здесь очень нужно великана играть, пока есть возможность. Поэтому призыв тотема. Злобный чешуйник плюс морской. У морского есть вытягивание, но это весь ход. Пока что шаман доминирует. Ну, тяжело будет, да, без какой-то вменяемой зачистки, даже не спасать тебя адская на самом деле. Ну вот время для брюхонога, маленький, но гордый улитка. Гордый улитка. Гордый улитка против большого страшного великана, но нет, боже мой, подлый огненный элем забирает маленького брюхонога и по лицу. В лицо или по лицу, вот главный вопрос. Ну и как-то заканчивается уже хпшка у Варлока. Да, есть вариант закрыться стенкой, но второй сглаз тебя может, конечно же, наказать. Поэтому такие вот разменщики. Так, а тут отъехать-то пока мы не можем, да? 9 урона в руке, еще 11, да? 2 вов получается. О! Магмовой ярости, Нигер, наконец-то заиграл. Красиво, этот чудесный элементаль. Красиво, магмовый просто топ. Просто всю жизнь ждал этого часа. И вот дождался. Пока немножко не хватает дэмэджа, чтобы закончить игру. Ну, обилка, наверное, да, по-любому будет сыграна. Может, трейд придет. Все хорошо, 5 хп остается у лука. Да. Для Варлока все очень плохо. Да, есть крюконосец, но на крюконосце есть ответ. Ну, крюконосец ГГ. Вытягивание нужно играть. Ну, ты к вытягиванию ничего не добавляешь. Вытягивание Король... тебя оставляет в игре. Король Лич тоже такой себе вариант. Но реально второй сглаз, и ты погиб. Возможно, там просто не будет еще тяжелых существ, да? Мне кажется, стоит надеяться тут Фалкайну именно на этом. Просто играть вытягивание сейчас на следующий крюконосце плюс разрушители чар. У нас погибал хотя бы один гомункул? Да, в самом начале.
Ну вот, соответственно, как-то через десятку пытаться. Ну, на второй ход вспомню, он был вариант либо крутануть жизнеотвод и замедлиться немножко, либо сразу гамунгу оставить. Да-да-да. Ну, то есть вариант сейчас только вытягивание и правильное решение принимать руками. Тапаться уже нельзя, как бы слишком мало. Ну и пока что живет. А Варлок пока живет. Покажи уже ярость, шоу. Сделай это. Яростень? Ну, нет, я не верю в ярость. Ну сколько, одно скорнение давалось или два уже? Одно. Ну теперь-то можно. Теперь-то надо. Если 1-1, то надо ставить ярость, не да. Ну то есть это еще одно скорнение, которое зачистит стол. Но можно на все просто бахнуть. Ну тебе нужно спешить. Но шоу все-таки решает секретное оружие придержать. Иллюзия. Большое количество карт в руке. Пусть сам думает, что же там. Александр, почините уже лаунчер наконец-то. Ну сколько можно? Я вас стараюсь. Почему так долго вообще приходится ждать простым работягам, чтобы поиграть в любимый картон? Все, король, аккурат, 6 урона. Получится со стола, 1-1 убьет. Ну да, Консит понимает, это Фолкайн. Второй глаз выигрывает игру для ветерана шведского киберспорта. Напомню, ну, что шоу начинал еще со Старкрафта, свой путь в киберспорте, ну и старта Хардстоуна играет в эту замечательную игру. Да, впоследствии уже как-то отказался больше от какого-то профессионального пути, именно киберспортсмена, да, все больше именно стример и еще раз стример с Джоу. И вот на этом турнире решил показать скиллуху, и сейчас идет 5-1, это прям потрясающий результат. Задумался, кстати, что мне, если поговорить о французском игроке, Фолкайне напоминает внешняя смесь Калента и дяди Паши почему-то. О, как ничего себе. Эквы намешали. Это супер такой, супер человек, супер киберспортсмен. Кстати, заметь, вот Лебедь-то стоит все-таки рядом с английскими кастерами. Думаешь, он не уснул там еще в костюме? Нет. Хотя он я так думаю, стоит, спать, что... спать неудобно. Он хочет пожурчать, мне кажется. Пожурчать, по-моему, хочет очень сильно. Что-то волнует его явно, но его приковали и не дают выйти. Ну, на этом, я думаю, шестой раунд швейцарки будет завершен. Будем ждать жеребьевку седьмого тура. Возможно, кстати, она уже есть, но нет. По результатам, если пробежаться, что у нас из интересного. Заканчивается уже полтора часа идет встреча Акабондера против Бор-контрола. Это, напомним, лидеры турнирной таблицы. И пока что счет 2-2. Там прям совсем затянулась катка. Также все еще в игре. Вот Фолкайн шо только что завершился. Возможно, нам, кстати, покажут еще как раз финальную, скажем так, развязку Акавондер против Бор Контрола. Ну, хотелось бы, потому как мы привыкли... Все остальные игры сыграны уже. Вроде как сильнейших показывают, да. Может быть, ворвется еще одна пара в рамках первого круга. Ни Акавондера пока не было на стриме, он там был безумно счастлив. Бор Контрол попадал. Вчера. В объективы. Да, Бор Контрол попадал. Ты заходил. Телекамер, да, как раз я... подходил на трансляцию в этот момент. Сейка выиграл у Лета 3-0. Пул 8 также идет без поражения. А вот Кейси уже разочек оступился, получается так. Еще из, скажем так, результатов верхушки Вайпер обыграл Томаса. Твинк оказался сильнее Эльматчика. Нюка выиграл. Техногусь выиграл. Феномена выиграл. Зумб проиграл Игорь. Нет! Но Мази. Стандартные колоды плюс-минус. Поэтому. Ну понятно. Мази 3-0 также выиграл своего оппонента. Джассаян проиграл. Вигус проиграл. Глейзер победил. Жанецкий также. Я думаю, претендует на плей-офф. Он тоже обыграл своего оппонента. Но это все верхушка таблицы. Про Нери уже говорили, что, к сожалению, Евгений... вновь оступился, там уже статистика 3-3. Ну и пока интервьюшка, ждем продолжения, ждем, наверное, жеребьевки седьмого тура.
Да, уходим на небольшую паузу, слушаем Макби, игрока, который вступился против Монсанто.